время помогать. Администрация Абакана выделила 2 автомобиля городской межрайонной больницы для доставки врачей к больным и 1 автомобиль для выездной бригады для вакцинации. Кроме того, с сегодняшнего дня на Абаканской станции скорой помощи от городской администрации будут работать 2 волонтера, которые помогут медикам в заполнении документации. Это немного разгрузит диспетчеров. Если вы располагаете свободным временем и можете помочь медикам, либо подежурить на телефонах, либо на своем транспорте доставить лекарства, можно обратиться к управляющей делами городской мэрии Людмиле Анатольевне Степановой. Телефон 22-32-18 в рабочее время. Вам расскажут, что необходимо сделать для того, чтобы стать волонтером в этой сложной ситуации. Банки заметно поднимают ставки по ипотеке. И это неизбежная тенденция на фоне общего роста ставок в экономике, пишет российская газета. Причем проценты на ипотечные займы в этом году могут вырасти еще на 1-2%, уверены эксперты. Это связано с динамикой ключевой ставки Банка России и усилиями регулятора, направленными на сокращение активности кредитного рынка. Закономерно и то, что спрос на жилье в кредит в этом году будет постепенно снижаться. Девелопменту придется искать варианты для продажи квадратных метров в запланированных объемах, поскольку все большее число потребителей будет отказываться от покупки жилья до лучших предложений по ставкам, приводят доводы финансисты. Археологи нашли в Хакасии необъяснимые амулеты в человеческой кости. Издание Сибирского отделения Российской академии наук обнародовало некоторые результаты изысканий, проведенных в нашей республике. Часть находок специалисты Института археологии и этнографии называют уникальными и на данный момент даже необъяснимыми, пишет журнал «Наука в Сибири». Работы проводились в Хакасско-Минусинской котловине, за которой давно закрепился неофициальный статус археологической метки. Новосибирские ученые обнаружили так называемые полиэтнические или смешанные погребения, хранящие следы нескольких этносов, а также загадочный амулет, изготовленный, как установили антропологи, из группы человека. Новосибирские археологи впервые столкнулись с таким артефактом. Позже ученые попытаются выяснить, кем был носитель амулета, родственником человека, из кости которого сделан оберег, или представителем другого народа. По одной из гипотез, найденное археологами украшение было трофеем.